И всем привет, с меня Александр Сучков. В данном видеоролике сегодня мы будем проходить игру Sword with Sace. Я так и не понял, как это все выговаривать, я правда не знаю. Ладно, давайте не об этом, давайте уже начнем играть, нажимаем левелсы. Сегодня будет что-то сложное, что-то довольно-таки реально, что-то интересное. Давайте Харбор на... сейчас скажу. Давайте супер будет инсейн. Пробуем это все пройти. Дело, если у нас получится, будет очень офигенно, а если нет, то ну, ладно. Нихрена. Не, мем очень что-то очень. Да я не понял, как так. Да ладно. Да как так он стреляет, я не понимаю. Ладно, давайте попробуем еще раз. Ну и что? Давайте попробуем другое, потому что я тут ни хрена не понимаю, я только начинаю его бить, как он сразу меня пытается убить. Давайте попробуем хотя бы. Давайте на кустоме. Или... давайте, короче, ниндзя. Ниндзя. Этот режим, ниндзя режим. Не знаю, что за ниндзя режим. Давайте попробуем. Может, у нас все получится. В чем я не уверен. Но зато мы можем полетать здесь. Так. Это довольно-таки крутая карта, на самом деле, потому что мы можем по всем этим ящикам попрыгать. Ниндзя — это режим, в котором мы должны тихо всех убивать. Тихо. Получается что-то на низе. Это тупо. Я тогда не понимаю, как это делается. Survival. Ладно, давайте Survival запустим. Это последнее то, что я на сегодня придумал. Мы должны убить сколько-то врагов. Так.
бесконечность, и мы, да. Верно, да. Как же их убивать, блин? Они же пипец как-то сложно. Я даже не знаю, сколько у меня хп. Меня ранили, я знаю. Ладно, на этом, наверное, все пока что. Я еще раз попробую это сделать, ну, ладно. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Нубас, пишите комментарии под видео. И всем удачи, и всем пока.